Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzon Game. Сегодня мы с вами с обзорной экскурсией посетим один из проектов, который открылся еще в мае, расположенном на мультиигровой платформе RageMP. И, естественно, базой для этого проекта является игра GTA 5 Roleplay направление. Ну и называется он Махаон, видимо, в честь бабочки. А заинтересовал меня этот проект в первую очередь своей неординарностью. То есть он выделяется из общей массы. А вот из общей массы чего и чем он выделяется, мы с вами сегодня и посмотрим. Ну и давайте начнем с меню персонализации, которое в свою очередь чем-то напоминает меню персонализации проекта GTA.com. Ну, одну из версий того проекта. Ну, а выглядит это вот так, как вы сейчас видите. И надо сказать, что технически не самое лучшее меню. Такие детали, как губы, нос, глаза, настраивать тяжело, потому что нету приближения. То есть, ну, не самое лучшее меню из всех, которые я видел. Но, тем не менее, выглядит это вот таким вот образом. Быстренько накидываем какого-нибудь перса и заходим на сам проект. Ну и при заходе нас встречает локация выхода из метрополитена. В принципе, это я уже показывал, и это мы уже видели. Нас встречают два бота. Тот, что левый, этот бот когда-то на одном из проектов, где точка появления именно эта же и точно такое же расположение этих NPC, он предлагал начальную линейку квестов. Здесь этого нету. Кнопка взаимодействия выскакивает, но никакого квеста здесь нету. Подходим ко второму боту, а это просто аренда. И надо сказать, что несмотря на то, что, наверное, вы уже, те, кто знают проекты GTA, уже, наверное, поняли, что это сборка Red Age. Да, начальная, ранняя сборка Red Age. Поэтому здесь с арендами все в порядке. На многих проектах, которые я показывал, с арендами полная беда. Их пытаются переместить, вырезать или еще что-нибудь сделать, и поэтому игроку приходится очень много бегать. Здесь же точек аренды очень-очень много, так как на классической Red Age. Они расположены практически везде. Но и здесь, и с этим тоже есть проблемы, но мы об этом коснемся чуть-чуть позже. В целом с арендой проблем нету. Берем мопед, и так как это Red Age-овская сборка, ранее едем в мэрию. Но мэрия нам показывает, что, в общем-то, здесь нету работы. Оформлено все вокруг симпатичненько, но так как на Редаге всегда мы идем в мэрию и там устраиваемся, и все трудоустройства приходят на редаговской сборке через мэрию, здесь эту механику вырезали и располовинили. Теперь мэрия — это отдельная организация, а рабочие занятия мы получаем на некой бирже труда. Вот туда-то мы и отправляемся. На карте эта биржа труда обозначена огромной, просто огромной, самой большой на всем проекте иконкой, буква R. Не знаю, почему так, но вот так вот придумал автор. Огромная буква R, не самое удобное решение, потому что куда именно ехать, непонятно. Просто стоит огромный маркер R. Но, тем не менее, выдвигаемся туда, и вот здесь уже приходит понимание, что это такое. А это действительно та самая Редага, Red Age, проект Red Age, ранняя его версия, которая ушла в интернет, и которую, в общем-то, теперь пользуются очень многие разработчики, пользуются этой сборкой Red Age как базой. Ну и этот проект не исключение. Естественно, здесь цвет тот же, набор рабочих занятий. Но этот набор рабочих занятий, как вы можете заметить, дополнен. Есть еще огромное количество каких-то рабочих занятий, которые подразделяются по уровню. Ну и, конечно же, не все вам сразу же доступны. Доступны как раз-таки те, которые уже поднадоели. Те самые профессии, которые находятся на сборке Red Age. Сейчас я их быстренько, кратко вам показываю, просто для того, чтобы вы понимали, что, ну, они здесь есть, и если кому-то какая-то ностальгия по этим рабочим занятиям есть, то вот их здесь полное количество, как и должно быть, даже немножко дополнены, что-то, правда, и урезано. Например, здесь нету садовника, который катается на машинке, его здесь убрали, но тот же самый электрик, строитель. Строитель, кстати, взят с другого проекта. Этот скрипт мы тоже разберем, может быть. Ну, а остальные — водитель автобуса, инкассатор, почтальон. В общем, здесь все есть, что было когда-то на Редаге. И еще есть дополнен. Так, например, мусорщик. И вот вы можете заметить, последняя строчка — это лесоруб, который мы тоже попробуем посмотреть. Ну, давайте теперь уже более подробно об этом проекте, об этих рабочих занятиях и не только. Потому что на этом проекте есть не только вот эти занятия, которые здесь в списке, а еще те, которых в списке нету. И которые не требуют трудоустройства через эту биржу. Посмотрим все, что можно на этом проекте. И в самом начале я сказал, что этот проект неординарный, то есть он выделяется из общей массы, и именно вот этим он и выделяется. Здесь огромное количество всевозможных скриптов на рабочие занятия, на какие-то механики и тому подобное.
Недавно я показывал проект на базе игры Arma 3, правда, не GTA, а Arma 3. И там я тоже показывал проект, где сделано примерно то же самое. В один проект на базе юнионской сборки было набито все, что возможно. Вот на этом проекте, только уже на базе GTA 5, человек примерно повторил то же самое. Он набил этот проект огромным количеством разных рабочих занятий и механик. А о том, хорошо это или плохо, мы с вами сейчас и поговорим, и это все рассмотрим. Но давайте начнем со стандартных рабочих занятий. Например, строитель. Работу которого вы сейчас видите. Устраиваться надо через биржу. Доступен на начальных уровнях. Но что это за работа? Вы сейчас все прекрасно можете пронаблюдать. Данный скрипт я показывал, ну, как минимум раз 5. И везде говорил, что нету антуражности, недоработан. Всего 2 проекта с этим скриптом я показывал, где есть антураж. Действительно, была нацеплена куча мусора там, где вот мы сейчас ковырялись в воздухе. Были поставлены здесь нормальные лестницы. Не вот эта вот придурочная одна на все здание, а было нормальное количество лестниц, по которым надо забираться, ну, гораздо удобнее. И самое главное, вот эта вот коробка, которую я показываю уже неоднократно. Никто и ни разу так и не смог поставить ее на место. Она летит в воздухе. Правда, автор данного проекта обещал все-таки решить этот вопрос и сделать антураж и поставить коробку как положено в руки. Также он обещал и сделать вот это вот место, где, вы видите, мы ковыряемся в воздухе. На одном из проектов здесь и вот к этому персонажу подставили электрощит. И стало, кстати, гораздо антуражней. Ну, вот такая вот работа, одна из многих, которая здесь есть. Но как она выполнена? А как она выполнена, вы все видите сами. Но мы с вами проследуем дальше. На следующее рабочее занятие, а следующее, давайте посмотрим работу грузчика, которая находится вот в этой вот локации, и ее я тоже неоднократно показывал. Раза 3-4 точно я показывал эту работу. На одном из проектов здесь надо было качать уровень, и я еще говорил, что это очень сложно, потому что нудняк, точка А, точка Б. Так что данное рабочее занятие не является чем-то достаточно интересным, это старо. Но и этот скрипт на это рабочее занятие имеет кучу недостатков. Первое — это урезанная анимация погрузки в вагон, вы это можете заметить. Слава богу, хоть коробка стоит хорошо. Следующим же, что я нашел на этом рабочем занятии, это баг. Выглядит баг следующим образом. Мы берем коробку, отходим. И стоит нам только хоть чуть-чуть задеть следующий триггер, как коробка вываливается. И загорается маркер, где мы можем брать новую коробку. Мы берем эту коробку, опять задеваем какой-нибудь из рядом стоящих триггеров, и срабатывает анимация выкладывания коробки. Начисляются деньги, и опять загорается маркер. И опять идем на этот маркер, задеваем любой из триггеров, коробка выпадает, ну и так по кругу. Я думал, это просто так, шутки. Нет, за это начисляются деньги. То есть этим можно еще и воспользоваться. Я не стал этим пользоваться и доложил, кстати говоря, об этом баге разработчику. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. То есть вот вторая работа, которую я показываю, и вторая работа с косяками. И это вот как раз та самая тема, о которой я вам и предлагал порассуждать. А хорошо ли, когда много скриптов, но половина из них, как минимум половина, вот такая. Ну ладно, здесь я получил за свои баги денежку, как видите, начисляются, и пошел на следующее рабочее занятие. А следующим у меня была работа поисковик. Она-то избила меня с толку. Не знаю, зачем поменяли слово аквалангист на поисковик. Ну, это просто обычная работа, которая есть на многих проектах, в том числе и на Редаге. Аквалангист. Но я видел эту модификацию гораздо и в интересном исполнении, где не надо постоянно выныривать, а плаваешь и собираешь какие-то элементы, которые постепенно спамятся. Здесь же надо собрать 5 элементов, доплыть до точки, где вы получаете эту работу, сдать их и опять плыть за 5 следующими штучками, которые тут представлены. Там какие-то компьютеры, еще какие-то бутылки, конусы какие-то. В общем, 5 элементов надо собрать, вернуться, продать и опять за ними нырять. Достаточно нудно и долго. Еще раз повторюсь, что я видел эту вариацию гораздо интереснее выполненную, когда выныривать не надо. И у меня была даже ситуация, когда я не заметил, что у меня кончился кислород. Вот настолько долго я там плавал. Здесь же, к сожалению, 5 штучек собрал, вернись. 5 штучек собрал, вернись. Очень долго, неинтересно, я бы сказал, выполнен этот скрипт. Ну и давайте двигаться дальше.
И следующим у меня по очереди была работа карщика, которую тоже берешь в агентстве по трудоустройству. Тут у меня несколько претензий. Первое, что за работа карщик? Да? Это погрузчик, соответственно, водитель погрузчика. Есть погрузчик, есть штабелера, есть кары, это разные машины. Это погрузчик. Ну и если уж говорить детально, то все погрузоразгрузочные работы в порту называются докеры. То есть, если вы работаете грузчиком на погрузчике или вручную, вы докер. Ну, так уж принято называть грузчиков в порту, докеры. Ну, ладно, водители погрузчика в порту, докер, бог с ним. Тут неоднозначная работа. Первая претензия. Нету анимации. Вообще нету анимации. Вы просто ездите от точки А до точки Б, от точки А до точки Б. Я уж не говорю, как, например, на проекте GTA Life, да, где было реально, надо было поднимать коробку, вести ее, опускать, она исчезала, вы едете за новой коробкой, опять ее реально вилами поднимаете. Ладно, я показывал примерно похожую работу погрузчика, где просто коробка спамилась, да, вы подъезжаете на точку, она у вас появляется. Вы уезжаете на другую точку, она исчезает. Ну, даже это было интереснее. Здесь же нету ничего. Вы просто ездите. Вот, ну, просто ездите. Ничего не происходит. Это скучно и не атмосферно. Не похоже на работу вообще ничего. Просто это катание. Но здесь есть еще один косячок. На данном проекте есть мод на так называемый дрифт. То есть, когда вы зажимаете клавишу Shift, машина начинает дрифтовать. Прокручиваются колеса задние, она уходит в занос. Вот такая вот тема. Но эта же тема почему-то касается и погрузчика. То есть, когда вы пытаетесь поднять вилы, а вилы поднимаются клавишей Shift, погрузчик переходит в режим дрифта. Но только он не дрифтует, он перестает ехать, и из-под него валит дым. Выглядит все это печально на самом деле, и это только мешает продвижению вашей работы. Потому что погрузчик перестает ездить. Никакого дрифта, естественно, не происходит, просто он дымит и не едет. Ну, в общем, вот такая вот работа со своим комплектом косяков. Надо двигаться дальше. Но чтобы двигаться дальше, мне нужно уволиться. А такого функционала здесь нету. Либо надо в чате прописать через слэш, по-моему, findjob, либо надо подождать минуту. Я выбрал подождать минуту, заодно сбегал налить чайку. Когда пришел, мой персонаж стоял голый. То есть рабочая одежда исчезла, а моя не появилась. Ну что ж, придется двигаться дальше вот в таком вот неприглядном виде. Еще один косячок помечаем. Ну а следующими у меня был работа электрика, которую даже и говорить не буду, это просто стандартная работа электрика, она здесь есть. Я просто убедился, что она стандартная. И работа почтальона, которая тоже абсолютно стандартная, как она была в начальной версии Редаги. Расположена это в ландроматах, то есть это даже и не почта никакая, это прачечная, там расположена эта точка, в дальнейшем редейджевская сборка перелопатилась и ее оттуда убрали. Но здесь она вот в таком же виде. Я всегда говорю, ну хотя бы форму поменяйте, это же уже, ну просто уже стыдно такое показывать. Форму и транспорт поменяйте, уж если не догадались поменять точку. Ну в общем вот такая вот работа, она здесь есть. Далее я посетил автошколу, которая выглядит вот таким вот образом. Никаких интерьеров, ничего здесь нету. Как сдается, я не знаю, потому что я открыл менюшку и понял, что категория С стоит 15 тысяч, а категория Б 10, а у меня всего 15. Ну и, в общем-то, я решил действовать дальше без прав, потому что экономика здесь тоже не настроена. Но зато здесь же, возле автошколы, я повстречался с разработчиком данного проекта. К сожалению, у него не очень хороший микрофончик, но так как мы с ним беседовали достаточно продолжительное время, хотелось бы, чтобы вы тоже послушали, какие планы у него, над чем он работает, что он хочет добиться, ну и все вот в этом духе. Давайте послушаем. Ни с того, ни с того, просто берет сам по себе крашит. А я тут уже тоже побегал, посмотрел и несколько косяков нашел. Да есть косяки, косяки есть, да. Поэтому, видишь, запускаем тестовом режиме, чтобы все эти косяки исправлять, перед открытием, так сказать. Вот подскажу, посмотрите работу грузчика, она баганая. Можно не носить ящики, а просто брать, ложить, брать, ложить, и денежка капает. А, то есть, просто на метку подходишь и ящик не берет или как? Берешь ящик, подходишь на другую метку, он пропадает, и опять делаешь два шага, заходишь на метку, берешь ящик, опять делаешь два шага, бросаешь. И деньги приходят, да? Да, и деньги приходят, я проверил.
Понял, спасибо. Но я не стал этим пользоваться, я оттуда ушел. Вот. Это был, кстати, первый дисконнект. Я думал, что, может, подумали, что я багом каким-то пользуюсь, меня забанили. Нет, просто дисконнект. А еще нашел проблему с погрузчиком. Во-первых, он, если вилами начинаешь играться в определенный момент, в какой-то, я не знаю, я его не, так и не понял, в какой момент, но когда вилы приподнимаешь, он начинает как будто по льду ехать и постоянно дым из-под колес. Вот. И когда заканчиваешь работу, оказываешься без одежды. Ну смотри, мешать не буду тебе. Если есть вопросы, то задай, я тебе сразу отвечу. Машину тебе могу оставить, Петр, то есть будешь сам мне рассекать, что-то по аренду постоянно не брать. Да нет, таких вопросов-то нет. Если подрасскажешь поподробнее, чего за проект, что вы хотите добиться, почему выбрали именно Редагу? А, в общем, смотри. Ну, ботов добавили так, чтобы пока онлайна нету, чтобы, ну, хоть как-то разнообразие, так сказать, игрокам туда приходят. В общем так, этот сервер на самом деле уже давно. Ты его даже уже обозревал один раз. Лера, ты понял по карщикам. Да-да-да, то есть, как бы, ну, вот эти основные начальные работы, ну, они мне сами по себе нравятся. Они, я считаю, они несложные для начала, само то есть поднять там первую денежку, само то. Естественно, самые основные, самые веселые, самые прикольные работы – это те работы, которые не требуют устройства в центре занятости. Работы такие, например, как… ну, из чего я начал-то? В общем, это тот же самый мод, только он переделан. Я взял много, так сказать, посмотрел и много чего исправляли, переделывали. Некоторые системы остались, некоторые доделаны, переделаны. Много учтено, много доработано мелочей, именно по мелочам. То есть такие, например, вещи, как вот у тебя будет, когда автомобиль свой, да? То есть для того, чтобы, например, закрыть-открыть автомобиль, тебе нужно сидеть в машине, правильно же? Ну или можно выйти, раньше надо было нажимать на кнопку L, но у вас на L телефон. А ты можешь перебиндить, у нас на F12 там вся... Полностью все с персонажем, F9 вернее. Там можно забиндить клавиши под себя, как хочешь. А, в общем, с чего я начал. Да, ну ты подходишь и закрываешь, открываешь машину. Либо сидя в ней, да, заводишь, запускаешь. А когда будет у тебя машина своя личная, у тебя есть такая, как пультик открывается. На Y нажимаешь, у тебя открывается пультик, ты на расстоянии 20 метров можешь запустить двигатель, закрыть, открыть машину, заглушить, там, фары, включить аварийку. Такие вот мелочи, да, как бы она особо не нужна, но прикольно, да, то есть, как бы, далеко ты стоишь, например, вот здесь я взял, закрыл, открыл машину. Кстати, прикольная секунду, микрофона. Да, прыгающий микрофон, да? Это, я тоже когда добавлял, мне прикольнуло, нормально. А начало, вход тебе как понравился, сама не анимация? Начало входа. А, да. Вот эта заставочка, она, да, действительно прикольная. Заставочка прикольная, да. Смотри, если чтобы ты не мучился, я могу тебе выдать денежку. Я понимаю, что ты только обозреваешь, тебе сама суть интересна сервера внутрянка. То есть, как бы, да, и ты будешь на своем автомобиле сам ездить по штату и смотреть, что тебе нравится. Это не проблема. Мне такой подход, я все хочу исследовать именно через свою шкуру, чтобы потом быть более объективным, если я буду делать на вас обзор. Чтобы я понял, да, сколько это времени тратится, как это делается, тяжело это, далеко это или нет. Я говорил про что? Я понимаю, что тебе самое интересное сам заработок, то есть как, сколько это нужно времени, как заработать. Я имел в виду то, что я тебе дам только на машину, чтобы ты был на своих колесах. Если ты не хочешь, где-то проблем нет. Я тебе вставлю эти колеса. Да я сам заработаю, сам это. Я все, побегаю, все, смотрю. Все, тогда договорились. Тогда объясню по работам. Смотри, очень много работ, которые не связаны с центром занятости. Они просто на карте раскинуты. То есть ты приезжаешь прямо на метку и там же устраиваешься на работу. Например, такая работа интересная, как собирать кораблю, да, наркоту, которая находится на острове. Мост ты, наверное, видел, да, уже на остров? Да. Да, вот туда приезжаешь. Вот ты приезжаешь на этот остров и, собственно, переливаешься и начинаешь собирать кустики эти, да, то есть там от левела, от уровня персонажа не зависит это. Начинаешь собирать, но для того, чтобы переработать, то есть ты соберешь, ты везде просто берешь травку и ты куришь, да, как бы, ну, дурман какой-то идет там, да, визуальный, то есть у персонажа.
Так, для того, чтобы, допустим, использовать эту травку, тебе нужно ее переработать. Работать ее можно там же, на острове, но для того, чтобы переработать, тебе нужны ингредиенты. Один – это папиросная бумага. Ты наверняка заметил, у тебя в инвентаре она появилась при заходе. Вот, собственно, вот. С помощью этой папиросной бумаги ты сможешь приготовить уже папиросу саму. То есть после этого ты можешь использовать ее на карту. А вот я еще видел какие-то сбор грибов, плантация грибов, что-то такое. У нас есть сбор грибов, да. Опять же, для того, чтобы брать грибы, нам тебе нужен будет ножик купить. Не помню, 24 на 7, кажется. А может быть, ошибаюсь, не помню точно. Но там тебе скажут. У нас есть лесопилка. Лесопилка довольно интересная. Она состоит из 5 разнообразных работ. И все по уровню. То есть для того, чтобы, например, устроиться деревообработчиком, да, тебе нужно нарубить там 50 деревьев. Потом тебе, после того, как ты нарубил 50 деревьев, тебе нужно, ты можешь идти устраиваться на другую работу, то есть обработка, да. После того, как ты, например, там 50 деревьев обработаешь, ты можешь идти устраиваться на лесопилке, там же, на другую работу, связанную с лесом, например, уборка опилок. Потом на каре перевозить дрова. И последняя, самая завершающая работа, самая основная, самая высокооплачиваемая, это перевозка бревен, да, на грузовике с прицепом. Ты начинаешь перевозить по меткам бревна, то есть как бы такая интересная работа тоже. Но там все зависит от левела. Потом туда работа... не надо устраиваться через эту занятость. Нет, через центр занятости, да, он там со второго левела, он, кажется, устраивается. Да, со второго левела. Потом у нас интересная работа фермы. Фермы реализованы не так, как везде. Тоже так, без трудоустройства, да? Ферма без трудоустройства. Но она немножко так, я ее делал с намеком таким, чтобы, ну, на РП немножко. Ферма... Суть такая же, то есть покупаешь семена, сажаешь семена, вырастает растение, ты это растение собираешь и продаешь. Но продаешь ты ее не на метке там у фермера, а продаешь ты ее в амбар. Рядом с этой поляной, фермой, да, находится амбар. Ты сдаешь этот амбар, так как у тебя левел небольшой, ты можешь только в амбар сдавать. Но те ребята, которые заработали левел на ферме, там, например, больше там, третьего, например, да, он может уже на своем автомобиле подъезжать в этот амбар и забирать этот урожай и отвозить на другую метку, перепродавать, то есть, на эскейп. Ага, понял. А там шахта, по-моему, да, где алмазик? Вот это шахта. Но шахта ты просто так там не сможешь добывать. Для того, чтобы там, потому что там бьет радиация. То есть, если ты просто с крикой туда приедешь, алмазная, да, и начнешь добывать, тебя убьет радиация. Для того, чтобы радиация не била, тебе нужно купить антирадин. Он продается в магазине 24 на 7. Ну, я еще, естественно, не видел, как это выглядит, но уже есть предложение заменить антирадин на защитный костюм. Будет более... Согласен, согласен. Думал над этим, согласен. Как дайвер, например, переодевается, да? Согласен, согласен полностью, руки еще пока не дошли. Смотри, у нас еще есть такая интересная вещь, как рыбалка. Рыбалка стандартная, как везде, да, то есть, как бы ты о ней знаешь, покупаешь удочку, червяков этих и рыбачишь, да, с причала. Но у нас есть еще рыбалка на сеть. Такой причал где-нибудь когда-нибудь? Рыбалка на сеть. Как она реализована? Во-первых, заметил, у нас есть настроение. Настроение очень сильно влияет на рандом. Рандом на все. Смотри, то есть для того, чтобы рыбачить на сеть, тебе нужно поехать в рыболовный магазин. Он один в штате только. Поищи хорошенько, ты найдешь его. Не забудь, на сеть ты эту уже можешь рыбачить. Но для того, чтобы, например, повысить более дорогой рыбы, тебе бы хорошо бы купить еще прикормку. Там, она там же продается. Эта прикормка повышает рандом. То есть тебе нужно будет купить эти вещи все, взять в аренду лодку. На лодке ты можешь приехать на эту метку, заикаришься. Якориться на букву Z у нас, кажется. Якориться, да. Если я точно помню.
И все. И нажимаешь на букву Е, то есть ты начинаешь ловлю рыбы на сеть. Там идет анимация, то есть как бы, да, то есть, ну, типа переборка анимация, да, типа ты перебираешь сеть, вылавливаешь, вытаскиваешь сеть, и у тебя там либо попадается рыба, либо не попадается. Если попадается, то какая тебе пишется. В общем так. Это считается как нелегал, то есть как бы это браконьерство. За это полиция может тебя оштрафовать и забрать там сеть или кормку и все остальное. На чем я остановился? Вот посмотри, возле стройки есть витрин продажи крича, но ты этот крич тебе нужен для начала где-то достать. А достать его ты нигде не достанешь, его можно только произвести. Но для того, чтобы, например, произвести кирпич, тебе нужно изначально произвести цемент. Но для того, чтобы произвести цемент, тебе нужны ингредиенты. Ингредиенты тебе какие нужны? Это довольно-таки высокооплачиваемая работа, если есть машина у тебя. Для того, чтобы получить цемент, тебе нужно попасть на песчаный пляж. Тебе там нужно добыть песок. Потом, для того, чтобы... Второй ингредиент тебе нужен. Это нужен камень с шахты, которая находится правее. У нас две шахты. Одна, вернее, это рудник, который был алмазик, а это шахта именно. Вот, эти два ингредиента получаешь, и потом едешь, перерабатываешь и получаешь цемент. И только с этим цементом ты можешь получить стак кирпича. Потом этот кирпич ты везешь, продаешь сюда. Собственно, довольно-таки оплачиваемая работа, тем более, если у тебя в машине, то есть 150 килограмм ты можешь перевозить, да, то есть как бы это за раз загрузился, перевез все и заработал денег. В общем так. В планах развития. Вообще, планы развития глобальные. У меня и обновление на полгода вперед достаточно есть. Сейчас самое первое, самое главное, это убрать вот эти гребаные рестарты, первое, которые сегодня начались, вчера буквально все нормально было. Второе, это оптимизация. Оптимизировать полностью. Да, вот это самое первое, самое главное. Ну, на данный момент сейчас полностью перерабатывает клиентская часть. Ну, в общем-то, вот такая вот беседа с разработчиком данного проекта у меня случилась. Мы еще долго беседовали, еще он много чего рассказывал, но не буду вас утомлять этой беседой. Вкратце, вы, наверное, уже поняли, да, к чему стремится данный проект, что хочет разработчик и какие у него приоритеты. То есть сначала оптимизация, клиентская часть, ну а потом доработка всего-всего. Правильно ли это или нет, давайте уже будем решать это в комментариях. Ну и пока идет вот этот вот видеоряд с техникой, какая есть на этом проекте, а на самом деле техники очень много, наверное, всю я вам не могу показать, потому что времени и так ограничено, и ролик растянется до каких-то просто безумных размеров. Мы посмотрим несколько из рабочих занятий, про которые рассказывал разработчик. Здесь, как я и в самом начале сказал, напихано хреново туча всего-всего-всего. Он уже перечислил некоторые из них, на них мы, наверное, и посмотрим. На отдельный остров, про который он рассказывал, мы не поедем. Мы поедем здесь, в Лос-Сантосе, посмотрим, что есть интересненького. Ну и первым, куда бы хотелось заглянуть, это, естественно, ферма, про которую нам рассказывал только что разработчик, на нее мы и поедем. И, кстати, с этой фермой у меня случилось самое большое количество неприятностей за все время, проведенное на этом проекте. Дело в том, что я не упомянул о том, что периодически на сервере случаются рестарты. Из-за чего они происходят, сейчас разработчик как раз и борется. Я не стал акцентировать на этом внимание, но вот на этой ферме эти долбанные перезагрузки сервера меня просто доконали. Ну, а выглядит это вот таким вот образом. И данный скрипт фермера я уже показывал. Бот, кстати, принадлежит этому скрипту, и он не изменен. А вот все остальное в этом скрипте изменено. В лучшую сторону или в худшую, уж решайте сами. Но мне дизайн понравился не очень. Дальше пошли сплошные проблемы. Первое. Очень сильный звук. Когда вы открываете меню, просто, ну, глушит тебя. То же самое с перетаскиванием. Во-первых, невозможно ничего перетащить на кнопки быстрого действия. Вот видите, я сейчас пытаюсь что-то сделать, но нифига не крепится. В этом-то есть еще одна проблема. Следующее — это дистанция.
На какой дистанции сажать? Абсолютно непонятно. Я отошел, пробую опять посадить что-то, ни черта не получается. Потому что я слишком близко нахожусь к тому самому кусту, который я посадил первый. Но на каком расстоянии сажать? Абсолютно непонятно. А это очень важно. И сейчас я объясню, почему это важно. Сейчас я пока пытаюсь что-нибудь, хоть что-нибудь перенести на кнопку быстрого действия. Но, судя по всему, они здесь не работают вообще. От слова совсем. И этого мы еще коснемся. Ну ладно, пытаемся сажать через меню. Сам триггер, которым надо сажать, вот почему я сказал, что это важно. Сам триггер, который здесь находится, он находится в виде круга. Но этого круга мы не видим. Зайдя за него, выскакивает табличка, что здесь сажать нельзя. А сам круг, вот этот триггер, где срабатывает взаимодействие и механика сажания, он небольшой. И вот, например, если бы мы пришли сюда пятером, и все пятеро стали бы сажать вот это вот это растение, где бы мы уместились? Абсолютно непонятно. Здесь даже одному делать нечего. Забегая вперед, скажу, что я купил свыше 50 семян, но посадить их всех я не смог. Мне не хватило места. А сейчас я пытаюсь сделать потише, потому что действительно звук инвентаря просто глушит. Невозможно играть. Так вот, не мешало бы сделать видимую зону и зону, где можно сажать, потому что это абсолютно непонятно, все на интуиции. Чуть ты сделал шаг правее, все, нельзя сажать. Чуть левее, нельзя сажать. А где сажать? Как я должен это понять? Абсолютно непонятно. Нужна видимая зона, где можно сажать. Квадратная, круглая, какая угодно. Но я должен видеть, куда я могу сажать, а куда нет. И следующее, что я уже сказал, да? А если бы нас было пятеро? А зона, в которой можно сажать, ну она просто милипусенькая. Если бы сюда зашли пять человек, мы бы, наверное, посадили каждый по пять кустиков и все. Я считаю, что данный триггер надо увеличивать на все поле, и лучше это обозначить еще и на карте. Но это вот мое такое мнение. Ну а дальше со мной случились те самые вылеты и перезагрузки сервера, которые убили и весь урожай, и все мои деньги. Только я дождался, когда созреет мой урожай, кстати, зреет очень быстро, начал его собирать, и сервер перезагрузился. Ну а после возврата меня в игру, к сожалению, ничего не было, ни урожая, ни денег, ни семян. Ну, а вернее, семена-то у меня остались, те, которые не поместились в первый заход в триггер. Вот их-то я и начал сажать повторно, чтобы просто посмотреть, как это выглядит. Ну, выглядит это вот таким вот образом. Мы собираем урожай и быстренько бежим здесь на точку продажи. Она называется амбар. Ну, для того, чтобы это выглядело более антуражно, сюда надо поставить какой-нибудь прицеп, шаланду или какой-нибудь домик. Ну, чтобы это не выглядело просто как белая точка. Ну, это выглядит вот таким вот образом. По деньгам не могу сказать, потому что, во-первых, экономика ни хрена не настроена, а во-вторых, у меня все сгорело. За каждую качан этой капусты дается $40. Ну, вот сколько бы я смог заработать, я не знаю. Ну, выглядит, в общем, это вот таким вот образом, но работает все очень криво и неправильно. Ну и я побежал дальше на следующее рабочее занятие, про которое говорил разработчик, а именно рыбная ловля, но ловля сетью. Это уникальная штука должна быть, поэтому я ее захотел посмотреть. Скажу сразу, что все рабочие занятия, которые здесь есть, я показать не смогу. Их слишком много и не хватит никакого времени. Ну, а выглядит это следующим образом. Кстати, есть магазин со своим интерьерчиком, где, естественно, продаются снасти. Удочки, как вы видите, и сеть. Покупаем сеть и сталкиваемся с тем, а где брать лодку. И было бы грамотно разместить здесь магазин с лодками или аренду лодки, но ее здесь нету. Чтобы взять аренду в лодке, надо бежать в город. Это нелогично. И следующее. А какую лодку брать? И опять же, было бы логично, чтобы здесь стоял арендатор лодки, определенной лодки, какого-нибудь рыболовецкого траулера. Но здесь такого нету. И я, естественно, побежал в магазин по аренде лодок, а там нет картинок. Вот какую лодку брать? Вот что мне делать? Тут только название. Буквально один проект назад я бомбил на то, что то же самое. Заходишь в меню, а там только название. Откуда я знаю, что мне надо брать? Какая лодка подойдет? Какая лодка какого размера? В общем, я нажал по деньгам. Какая-то была там за $500, я ее взял. И, как вы видите, это скутер, блин. Это водный скутер. А подойдет ли он? А должен подойти, потому что автор сказал, что вы можете ловить даже без лодки. Но, скорее всего, это надо делать в озере. Потому что туда, куда поплыл я, в море, ну, без лодки ты ничего там не сделаешь. Думал я. Ну, вот как это выглядит.
мы добрались до места ловли. Естественно, в этом месте сразу же над вами загорается буква «Е». Ну, естественно, это кнопка взаимодействия. То есть теперь я могу ловить рыбу. Но так как я выбрал лодку, хрен пойми какую, да, а автор не прописал именно определенную лодку и не сделал то, что я предложил, продажу или аренду лодки прямо там, около магазина. Определенной лодки, это важно. Потому что вот эта лодка не подходит. Мы нажимаем букву «Е» взаимодействие, и анимация ломается. Вот что происходит. Я даже не знаю, как это назвать, что это такое, да. Мало того, что ломается анимация, он все время падает за борт, приходится обратно залезать. Но мне в определенный момент вообще надоело залезать постоянно на этот скутер, да. И я подумал, а что будет, если я просто нажму букву «Е» прямо в воде? А оказывается, действительно, на лодке вы просто туда приплываете. А дальше происходит вот это. Я постоянно нажимаю букву «Е», и он прямо в воде стоит и что-то там сажает. Или перебирает, я не знаю, что это такое. Вот. Но выглядит это все просто катастрофически, не антуражно, не атмосферно, не реалистично. В общем, вы видите все, что сейчас происходит. Вот так вот выглядит рыбная ловля. Не знаю, вот действительно не знаю, как на это реагировать. И я прекрасно понимаю, что в разговоре с разработчиком у него другие приоритеты. Ему надо сначала сделать стабильным сервер, чтобы он не лагал, чтобы он не перезагружался. Нужно сделать клиентскую часть. Но выкатывать вот такие вот скрипты, тоже не лучшее дело. Потому что вот игрок, зайдя, уткнется вот в это, уйдет и больше сюда не придет. И даже когда вы настроите оптимизацию, настроите клиентскую часть и, может быть, поправите все те косяки, которые я показал и еще покажу, игрок уже будет обижен. Вы уже испортили впечатление. Не знаю, вот действительно не знаю. Вот есть ли смысл вот в таком вот скрипте, в таком рабочем занятии, которое вот таким вот образом устроено. Ну и ладно, опять же таки, не знаю зачем это, но в какой-то момент приплыла акула. Что я должен с этим делать, я не знаю. Может быть, эту акулу можно убить и тоже забрать, но она может меня сожрать. Поэтому я ретировался с этого места на другое и продолжил фармить таким же кривым способом в другом месте. Но акула приплыла и туда. Не знаю, задумка это такая, акулу можно ловить или что, но она же меня может сожрать. То есть она, наверное, для этого туда и приплыла. Не знаю, действительно, не знаю, что это такое, как с этим бороться, зачем это и что с этим делать. Действительно, не знаю. Наверное, если бы я был на лодке, я бы даже и не обратил внимания. Но я-то собираю эту рыбу рядом с лодкой, поэтому эта акула мне здорово мешает. В общем, я решил плыть. Продавать. И вот опять, я посмотрел по карте, да, где находится торговец. Он находится на берегу реки. И я с дуру-то подумал, что, логично же, да, торговец на берегу реки, я на лодке, сейчас и доплыву. А хрен ты туда доплывешь. То есть лодку надо где-то бросать и перебираться на сухопутный транспорт. То есть, чтобы сюда приплыть, вернее, нужно еще, чтобы кто-нибудь тебе подогнал машину. Потому что ты свою машину оставишь, например, возле аренды. Хотя здесь есть система телепортации машины. Наверное, из-за этого и не парится никто по этому поводу. Да, здесь можно доплыть до берега, телепортировать себе машину, наверное, каким-то вот таким вот образом перегрузить, что ли. Не знаю, каким-то вот. В общем, опять логики никакой нету. Я побежал пешком. Машины у меня не было. Денег мне на машину не хватает. Мне пришлось бежать туда пешком. А вот касаемо аренды, я говорил, что здесь с арендой все хорошо. Но вот именно эта точка арендой транспорта не обеспечена. И ближайшая точка аренды километров за, наверное, 8 отсюда. Поэтому вот, совсем нелогичное, некрасивое, неудобное рабочее занятие. В общем-то, вы все видели. А если затронуть экономическую составляющую, то тут совсем все грустно. Только снасти стоят почти 18 тысяч. И это я взял самый дешевый транспорт. Было написано $500. Так это $500 на 10 минут. А там были лодки и по 3 тысячи. Я думаю, что вот на них-то было бы удобнее, да? Но это опять же таки за 10 минут. Если бы я взял хотя бы на час, я бы вообще вылетел в трубу. Потому что рыба ни хрена не окупила. Я заработал всего около 10 тысяч. За все это время. Аренда у меня кончилась. Поэтому вот такое вот занятие. Абсолютно некрасивое, кривое, косое, горбатое. И абсолютно не настроено по экономике. Но экономика не настроена на всем проекте. Это отдельная история, которой надо заниматься не меньше, чем той же оптимизацией. Экономика это очень и очень серьезно. Давайте передвигаться дальше. А дальше у нас, опять же таки, со слов автора, неплохое рабочее занятие – сборщик грибов. Для этого нужен ножик.
Но по пути к этому рабочему занятию, к сборщику грибов, я проезжал через Палета Бэй и увидел интересную локацию. Ее вообще в стандарте нету. Это некий рынок, что ли. Но меня удивило выполнение этого рынка. Все модели висят в воздухе. Половина моделей с односторонней текстурой. Вот когда автор этого проекта или этой карты, я не знаю, кто уж это разрабатывал, делали это, но неужели было не видно, что у вас фонари висят в воздухе, шапки висят в воздухе, там трусы висят, портфели какие-то, рюкзаки, все висит в воздухе. Нету ничего, вот на что бы можно было посмотреть, сказать, вот здорово, красиво. Эти все элементы взяты с самой игры, но разбросаны, вот черт его знает как. Да, со стороны, когда проезжаешь, кажется, да, ой, какой-то базар. Но когда на этот базар заходишь, понимаешь, что, боже мой, да тут все слеплено, вот на отцепись просто, не хочется ругаться матом. Очень некрасиво, все вот это вот подвешенное в воздухе, какие-то украшения висят, все висит в воздухе. Сделано все на самом деле отвратительно. Ну и переходя к рабочему занятию грибника, тут мне даже и показать-то нечего. Да, действительно, для того, чтобы туда устроиться, нужен нож. И об этом говорится прямо в пояснении, когда вы туда устраиваетесь на работу. Но здесь включается несколько «но». Ножик вы не купите. Ножик продается в оружейном магазине. А в оружейном магазине выскакивает табличка «У вас нет лицензии на ношение оружия». Ну, а чтобы получить лицензию на ношение оружия, нужна медицинская справка. Ну, так, по крайней мере, на большинстве проектов. Так чтобы мне собирать грибы, мне нужно сделать вот такой вот круг ада, а стоит ли это того? Сколько же должен стоить гриб тогда, мне вот интересно, чтобы я мог купить себе и лицензию, и медицинскую справку, и ножик? Ну, бог его знает. По-моему, какая-то опять нелепица сплошная. В общем, вот такое вот рабочее занятие. Я думаю, что нужно для него вводить два отдельных ножа. Боевой военный нож, который продается за лицензию, и простой нож грибника, который должен продаваться в магазине 24/7. Ну, уж не знаю, как тут автор распределится, но пока вот так вот. Ну и осталось еще одно занятие, которое находится здесь недалеко, это занятие лесоруба. Но вот тут надо вспомнить ферму. Помните, я вам на ферме говорил, что кнопка быстрого действия не работает? То есть мы перетаскиваем из инвентаря на какую-то кнопку, да, а ничего не срабатывает. Я пытался зерна положить на кнопку 1, там, пытался еще какие-то принадлежности из инвентаря перетащить на быстродействующие кнопки, но они не работают. И из-за этого не работает все вот это вот хозяйство по лесорубке. Да, может быть, оно интересное, но опять же-таки мы не сможем его посмотреть. Потому что первым, что мне надо сделать, это нарубить 25 деревьев. А топор мне не взять. Подходишь к дереву, нажимаешь инвентарь, использовать не работает. Перетаскиваешь на кнопку 1, на кнопку 2, на кнопку 3, 4, какую угодно, не работает. Деревьев не нарубить. Ну, я не знаю, вот почему так, вот, действительно не знаю. Очень много, вот куда бы я сегодня ни зашел, на какое бы рабочее занятие я ни зашел, что бы я ни хотел вам показать, везде одни сплошные косяки. Ну, это вот я все говорю к тому, что начало ролика было, что проект, он отличается от других. Он действительно как рождественская утка, набит всевозможными скриптами, какими-то там вот украшениями карты, много-много всего. Но сделано все это через задницу, вот серьезно, через задницу. Мое мнение, это лично мое мнение, я не хочу ни обидеть ни автора этого проекта, это просто мое мнение, что, ну, обосраться ты всегда успеешь. Да? Это если перефразировать русскую поговорку «поспешишь, людей насмешишь». Так вот, обосраться ты всегда успеешь. Настрой проект, настрой экономику, поправь скрипты, сделай все красиво, и тогда открывайся. Потому что вот зайдя на этот проект, игрок увидит вот это, то, что я показал, а поверьте, я показал процентов, наверное, 20 от того, что здесь существует. И не все косяки я еще показал. Действительно, ролик уже растянулся за 40 минут, и мне надо завершать. Но вот мое личное мнение, сначала настрой. Пускай, может быть, не идеально, но играбельно, потому что то, что сейчас происходит на проекте, это играбельным назвать нельзя. Поэтому вот мое такое мнение. Сначала настрой, а потом открывайся. Вот сейчас на проекте нету людей. И те, что заходят, я уверен, тыкаются лицом вот в то, что я показал, и уходят. И вот теперь уже восстановить репутацию сервера будет очень и очень непросто.
Ну и несмотря на то, что я показал и рассказал, я все равно двумя руками и ногами за то, что хочет сделать автор. А именно то, что он хочет вам предоставить игроку максимум возможностей, чтобы не было скучно, чтобы было чем заняться, чтобы было максимальное количество рабочих занятий, механик, скриптов и тому подобное. И карту он выбрал тоже непростую, с украшениями, со всякими. Да, они криво сделаны, но пока это так. Вот на украшения я, кстати, даже и не стал акцентировать внимание. А поверьте, там даже около мэрии есть чего показать по косякам. Но я даже не стал на этом акцентироваться. Да, здорово задумано автором. Да, это замечательно, когда есть такое огромное количество всяких интересных занятий. Но они не играбельные. Они не играбельные. Надо сделать так, чтобы проект засиял другими красками. Надо его настроить, надо все исправить. И тогда открываться. Но это, опять же таки, мое мнение. А каково ваше мнение, пишите в комментариях. И спасибо вам всем, кто зашел и посмотрел. Играйте в игры, заходите на этот проект, помогайте автору, тестируйте. Играйте, получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Всего вам доброго.